Ну а мы встречаем следующего нашего участника. Это Владимир. И Владимир тот человек, выступление которого я не всегда могу объявить, потому что я просто не знаю, чего от него ждать. Настолько он необычный, настолько его выступление запоминающееся. В прошлом году, когда у нас был сезон открытого микрофона, очень многие обсуждали выступление Владимира. Нет, ну вы журавля, да, ему просто вот так повыше поднимите. Журавля, главный журавель тут ты. Наконец-то попозитивнее что-то. Да.